Хотелось бы поделиться впечатлением от встречи с мелодией песни «День всемозги осьминога». Удивительная мелодия дарит столько заботы, столько рождает внутри благодарности. И главная партия фортепиано, она так явно прослеживается в этой мелодии, как будто бы указывает какой-то путь сказочный. Там такие интересные моменты, а куда идет дорога? И чувствуется, что вот она, дорога звучит, и звездный путь звучит. И как многие уже говорили, а когда осваиваешь сам танец, такое ощущение, что я словно делаю шаги по этой дороге навстречу сказке. Ощущение такое искристое, сказочное и очень радостное. Ощущение, словно прикасаешься к сказке, к ее волшебным чувствам. Когда танцуешь и проговариваешь слова, они становятся настолько ближе, как-то лучше их понимаешь. Конечно же, потом запоминается текст хорошо. И ну, для меня это новая возможность. Как-то слова по-новому открываются благодаря этому. Сам танец, он, конечно, такой, как такой сказочный путь.